Оперативные данные штаба Алроса по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на 30 августа. В мирном положительный анализ на COVID выявлен у 49 человек, на Айхало-Удачинской площадке у 28. В стационаре Мирного находится 95 пациентов, в Удачном 29, в Ленске 31. В реанимации с коронавирусом находится двое работников Алроса. У обоих поражение легких более 50%. На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 в Мирном находится 296 человек, на Айхало-Удачинской площадке 206, в Ленске 19. 15 536 работников Алроса получили обе дозы вакцины от COVID-19.